Так, я предлагаю просто купить мега-ящик, ребят, за 80 кристалликов. Давайте откроем мега-ящик, посмотрим, что нам выпадет крутого. Эгей-эгей, всем привет, ребят, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в Brawl Stars. Так, давайте попробуем сыграть, я давно не играл из-за болезни, я сейчас абсолютно все пропускаю. Так, я вижу там эту... Ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет, отстань, мужик. Отстань, да-да-да, пусть они там между собой дерутся. Есть, одного завалил. Где там еще? Фу-фу-фу-фу-фу. Нет! Поражение, да ну! Так быстро, блин. Алекс Про. Да, вынес мне, сколько у меня? -2, блин. -2 кубка, ладно, давайте еще одну каточку попробуем. Так, сыграть снова. Да, у меня, в общем, я до сих пор болею, еще не выздоровел, как видите, у меня... С голосом проблема, голос сел. Температура 37 до сих пор стоит, никак не проходит. Давай попробуем вот этого парнягу расстрелять. Давай. Парень. Ты умирай. Ай-яй-яй-яй, не дотягиваюсь, да? Да, и он сейчас все восстановит. Он восстановит все хп. А, ну чуть-чуть достал, ну... Да, слабо. Ладно, надо восстановить хп. Ага, не попал. Давай. Убегает от меня. Ладно, он там встал. Хорошо. Блин, пошли. Ой, зона идет. 8 бойцов. Короче, я вообще что-то давно не играл, то что, ребят, я вообще что-то нубас. Полный нубас. Так, давайте хоть один ящик попробуем затащить. Не знаю, получится, не получится. Я сейчас в основном кольтом играю. Потому что, ну не знаю, мне как-то он больше пока нравится. Так, ладно. Одна суперсила, по крайней мере, у меня есть. 6 бойцов осталось. Ладно, попробуем. Так. Оу-оу-оу! Ты посмотри, ну конечно, да. Взял здесь, затаился, просто сидел. Ну, жду. Ладно, 3 кубка заработали, это уже хорошо. Так, давайте выйдем, посмотрим, что там. Можем ящик открыть. Я, кстати, немного задонатил, ребят, и как бы купил кристаллики. Так, давайте попробуем ящичек открыть. Посмотрим. Ух ты, неплохо, 50. Так, барли у меня какой-то появился, пока. Да, ну мне дали, в общем, там, я сейчас покажу вам бойцы, которые у меня уже открылись. Значит, у меня есть, это все у меня, короче, заблокированные. Вот у меня есть Була, мне дали за 250 кубков, по-моему. Вот, но я сейчас в основном кольтом играю. 7-й ранг, как видите, у него. До этого я играл вот Нитой и еще играл Пока. Сейчас, ладно, кольтом пока поиграем. Так, значит, что еще? Я еще создал клуб. Ребят, клуб создал. Вот он называется так. Канал ФГТВ, Ютуб, тег клуба. Вот, можете здесь посмотреть. Открытый. Необходимо трофеев, чтобы вступить в этот клуб. Клан. 1600 трофеев, ребят. Поэтому вступайте. Можете добавляться, друзья. Я просто не знаю, как тут делать, как тут добавляться, друзья, без понятия. Поэтому сами вступайте, ребят. Ссылочка ВКонтакте я там оставил. Ну и вот по этой, короче, по названию, я думаю, клуба можно добавиться. Так, ладно, давайте попробуем хоть одну карточку сегодня затащить, а? Прям что-то вообще ничего не получается у меня. Ладно, одну суперсилу. Так, где тот чувак? Того чувака нельзя, я пока не знаю, ребят, всех этих героев, не могу их запомнить поименно, как, кого как там зовут, без понятия вообще. Поэтому, да блин, хватит промахиваться, можешь просто собирать. Вон, видишь, вот это, Врео. Вот он, я знаю, что он сблизи хорошо фигачит, как бы, поэтому, короче, лучше вблизи с ним не сталкиваться, да? Да, ну, это бесполезно, его никак не выманить. Ладно, я не буду с ним пытаться взаимодействовать каким-то образом. Так, ага, там Нита это... Нита или как ее там зовут? У нее сила 3 уже, смотри. Так, бесполезно. И она сейчас будет прятаться. Ага, сейчас. Так, ну я не дотягиваюсь до нее. Там она по кому-то мочит. Там где-то чувак этот, боксер должен быть. Там этот боксер где-то должен быть. Ага, сейчас. Вон боксер. 7000 у него хп, ребят. 7000 хп. Это нереально с ним. Я вообще что-то пока... Смотри, самый слабый, да? У меня 2 сила.
Ой, вот с этим чуваком вообще вблизи лучше не сталкиваться, этот Бу, или как там его звать. С ним вблизи вообще лучше не взаимодействовать, потому что он просто выносит на изи. Он просто на изи выносит. Так, ладно. Блин. Вот тут этот. Короче, остались бойцы самые такие сильные. Блин, я даже не знаю, как тут мы сейчас будем бороться. Они вблизи просто выносят, ребята. Они выносят вблизи. Поэтому с ними лучше... Лучше с ними никак. О, робот еще появился. Так, отлично, он сейчас Ниту замочит. Давай, давай. Есть, хорош. Так, силу забираю. Этот пошел за силой, робот за мной теперь. Три бойца осталось. Ага, все, этот один остается. Робот, переключись на него, робот. Ну все, я проиграл. Да, я проиграл. Ну, это было очевидно, потому что у этого 9 силы. Плюс там робот меня мочил. Ну, 7 кубков мы заработали, ребята, это неплохо. Ух, звездный жетон. Отлично. Так, играть снова. Ну да, давайте попробуем. Еще сыграем. Фух, ладно. Пробуем еще каточку. Блин, пока что-то ничего не получается. Пока вообще. Давайте, наверное, собирать. Ай, уйди от меня. Блин, вот какой хитрый, а. Ты посмотри, взял, забрал мою силу. Где он там? Умри, блин. Умирай, говорю. На, держи. Умирай, говорю. Так, стак с ним бесполезно, да, тягаться? Да, он будет сейчас восстанавливать ХП. Ну да, все, бесполезно. Умирай, умирай! Есть, отлично, завалил. Фух, восстанавливаю ХПшечку. Ой, хорошо. Так, ХП восстанавливаем. Блин, тот сейчас ящик заберет, да? Да, заберет. Ладно. Хотя бы одна суперсила у меня есть, или как это, я не знаю. Сила, пауэр, мощность, без понятия. Блин, только не ты, только не ты. Еще робот этот без конца лазит, гоняется за кем-то. Так, там Кольт где-то. Там Кольт. Ага, он Кольта замочил. О-о-о-о. Здорово, здорово. Да нет, 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 нет. Блин, серьезно, сейчас он его замочит. Ё-моё, тут кто-то силу забрал. А, вот это забрала девочка. Погнали за ней. Пока робот за ней, мы можем ее тоже подоставать. Здорово. Здорово. Ну все. Все, наверное, я ее убью. Ой, робота. Отлично. Она восстанавливает ХП. Давай. Ага, хорош. Ой, робот опять за мной. Нет. Побежали. Три бойца осталось. Все, два бойца, столкновение. Так, робот теперь меня будет доставать. Надо робота как-то обходить. Давай. А я буду его стрелять. Есть, отлично, я затащил эту катку. Молодец я. Сам себя похвалил. Ух, хорош. Блин, да, это жесткая была каточка, но вроде бы все получилось. Так, выйдем давай. Сколько у меня кубков там? 265. Ну да, я еще очень... Очень слаб, ребят. Так, я предлагаю, знаете, что сделать? Предлагаю открыть... Так, давайте, во-первых, купим. Новый редкий боец за 30 можно купить, серьезно? Нет, я хотел бы какой-нибудь купить. Так, бесплатно. Жетоны, смотрим, можем забрать в первую очередь. Так, можно Кольту силу купить. Давай, купим немножко, добавим. Так, ну все, наверное, куплю, потому что у меня, в принципе, с деньгами проблем нету. Денег у меня много. Так, куплено. Так... Можно Поко купить тоже силу чуть-чуть. Плюс 8. Этому Барли. Я за него вообще не играл. Не знаю, что он из себя представляет. Даже как-то и не хочется особо. Так, я предлагаю просто купить мега-ящик, ребят, за 80 кристалликов. Давайте откроем мега-ящик. Посмотрим, что нам выпадет крутого. 172 монеты. Барли плюс 10. Бу плюс 24 силы. Нита. Поко. И все. Новый боец. Сверхредкий первый из четырех боев. Дэрил, атака из пары дробовиков. Дэрил невероятно мощна. Его супер усиленная бочка, в которую он катится вперед, отскакивает от стен по пути. Ух ты, сверхредкий какой-то. Три кристаллика, серьезно. Три кристаллика, смешно. Так, Дэрил, давайте посмотрим, что за Дэрил. Бойцы, так, где этот Дэрил? Новый. А что за... Так, атака! 208 с урон от выстрела, серьезно. Тяжеловес, Дэрил. Ну ладно, давайте выберем. Так, прокачать я его, наверное, не могу. Окей, давайте отправимся дальше.
Так, ну попробуем за дерево сыграть. Так, что-то долго поиск игроков идет. Во, вроде бы нашел. Так, посмотрим. Посмотрим, как это дерево мочит. 4200 у него хпшка. Нормально так. А, блин, серьезно, он сблизи просто фигачит. Блин, да ну! Серьезно, как им. Как с ним воевать? Он же вообще никакой. Ну, плюс один кубок мне дали, нормально. Серьезно, что-то он какой-то. Что-то слабенький, мне кажется, нет, ребят? Какой-то сверхредкий было написать. Но я бы не сказал, чтобы он какой-то сверхредкий, сверхкрутой. Ну ладно, может быть ему. А, вот. Так. Ну нормально, в принципе, как бы далеко довольно-таки его дробовик работает. Давай, 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 иди сюда. Ульта у него копится быстро, в принципе. И что дает эта ульта только? Так, ладно, не буду я с ней связываться. Попробую ящик лучше подолблю. Давай, 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 давай. Блин, как долго перезарядка у него идет, а? Ну, в принципе, у всех. Не, кольт, конечно, покруче, мне кажется. Кольт покруче. Кольт имба все-таки. Кольт имба. Давай вот эту попробуем затащить. Ага, она включила суперзащиту свою. Давай попробуем. Так, а что вот это? Вот. Ай, нет, 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 она меня сейчас завалит. Да, она меня завалит. Ясно, короче, он просто превращается в бочку и убегает. Ну, такое себе. Плюс 5 кубков, между прочим, я заработал. Каким образом, я не знаю. Ну, надо его качать, надо его качать. Жетонов. Так, еще попробую, наверное, сыграю. Надо его качать просто, если ему поднять уровень там до 5-го, хотя бы 7-го, думаю, что он будет неплохо так валить. Ну, но это не точно, не знаю. Ладно, попробуем. Попробуем еще с ним поиграть. Здорово, мужик. Давай, давай, валим его. Валим, валим, валим. Ой, уходим. Блин, а че я не убежал? Серьезно, в какую сторону ты поехал? Я хотел убежать от него. Блин, ну такое себе. Ноль. Ноль кубков, серьезно, вообще. Блин, ладно, еще разочек попробую. Что-то как-то я не могу прочувствовать. Давай быстрей. Пока не могу просто тактику для себя понять. С какой тактикой надо, короче, играть. Надо ближе к себе врагов подпускать. Но опять же, вот эти имбовые, которые близко подпуская. Да отвалите! Серьезно, уйди от меня, мужик! Да почему я в ту сторону качусь-то? Почему я качусь на него? Я же на... Почему-то ульта работает именно на противника. Но она его никак не дамажит. Она его никак не дамажит. В чем прикол этой ульты его? Я что-то супер вот это его. Да ну ерунда какая-то. Лучше с кольтом, короче, играть. Фигня какая-то, вот реально. Просто фигня. Давайте выберем кольта. Фух, лучше кольтом буду играть. Это какой-то... Вообще ни о чемный. Ни о чемный. Вообще мне не понравился. Ладно, давайте еще с кольтом попробуем сыграть в одну каточку. Посмотрим, что у нас получится. Да, кольт, конечно, хпшки намного меньше, но зато он дамажит. Он дамажит. Вот смотри, сколько залетает. По 360 он у меня сейчас разбивает. Каждая пулька 360 просто разбивает. Дамажит, вернее. Каждая пулька. Иди сюда, негритосик. Блин, ну вот этот негритосик, да, он, конечно, бьет сильно. А он бьет, да. Он еще и ульту. Когда он ульту успел себе поднять? Ой, ладно, по крайней мере, у меня не минус. Я не знаю, из-за чего у меня так, ну ладно, по крайней мере, у меня не минус. Давайте попробуем. Я вообще думаю, знаете что, если мне вообще не открывать эти ящики, а попробовать их копить. Копить, копить, копить до тех пор, пока там не скопится у меня очень много. Смотри, чувак стоит. Блин, куда я стреляю? Серьезно? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, хпшку надо поднять. Давай, 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 давай. Да блин, серьезно, он сейчас меня завалит просто. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Меня спасли, меня спасли. Давай, восстанавливаем
ХП восстанавливаем. Но что-то я ничего вообще попасть не мог. Блин, вот этот Бул, может за него поиграть, а? Ты посмотри, как он здоровый, а? Он валит вообще с близкого расстояния, вот очень хорошо валит. Да блин, куда ты стреляешь, чувак? Давай, есть, хорош. Ох, ульта, какая же все-таки ульта хорошая, а? Завалил я этого Була. Отлично, ну я сейчас сыграл просто как лох, вот честно. Как лох сыграл, ничего не попадал. О, вот эти замес у них между собой. Ага, робот на него переключился. Ну все, ты попал, пацан. Ты попал. Есть, отлично. Так, пока робот его валит, можно за ним побегать попробовать. Так, тут еще один появился. Давай, иди сюда. Так, он завалил робота, что ли? Он робота завалил. Нет, с ним лучше не связываться. Это будет тяжко. С ним лучше не связываться. Где он был? Где он? Он где-то там, в кустах стоит. Нет, нету. Где он? А, вон он. А, блин. Ничего не попал. Ульта не зашла. Ладно. Хилимся пока. Так, 4900. Ну, неплохо. Неплохо. Так, здесь один. Блин, да куда ты стреляешь? Серьезно, мужик? Давай. Стреляй. Нет. А, ничего не попал. Да что ты будешь? Короче. Ладно, ничего не получается. Плюс 5 кубков. Ну, я, короче, вообще полный лох, ребят. Полный лох. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Максим. Помогим всем весом. Удачи всем. Пока.